Через считанные дни жители Ульяновска узнают, кто возглавит администрацию и станет новым главой областного центра. На должность главы Ульяновска было подано 9 заявок. От главы Заволжского района Наиля Юмакулова, бизнесмена Сергея Герасимова, директора строительной компании «Запад» Филиппа Туравера, эколога Александра Брагина, представителя КПРФ Андрея Седова, экс-главы города Сергея Панчина и бывшего главы Новоульяновска Матвея Володарского. Сегодня члены комиссии рассмотрели заявки и прилегающие к ним документы. По итогам встречи до конкурса на соискание должности было допущено 7 кандидатов. Еще двое, Туравер и Володарский, допущены с ограничениями. У обоих отсутствовала справка о судимости. Оставшиеся бумаги должны быть предоставлены комиссии не позднее вечера пятницы. На должность, в участие в конкурсе главы муниципального образования города Ульяновск, кандидатуру Володарского Матвея Константиновича с условием представления справки о наличии отсутствия судимости в конкурсную комиссию не позднее 8.06.17. Кто за? Прошу проголосовать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Против. Раз, два. Воздержался. Раз, два. Спасибо. Решение принято. Значит, с данным условием. Итоговый конкурс по отбору кандидатов состоится в субботу 9 июня в 9 утра. На каждого кандидата отведено около 45 минут. 10 минут на презентацию концепции развития города, остальное время на вопросы. Для того, чтобы он представил свою программу в течение 10 минут, для того, чтобы мы задавали вопросы, 10 членов комиссии, там хотя бы по одному вопросу, получили ответы, провели обсуждение, ознакомились с пакетом документов, с закрытыми конвертами, которые вскроем, присутствие средств массовой информации. В закрытых конвертах и будут находиться концепции развития Ульяновска. По итогам конкурса в финал должны выйти не менее 2 претендентов. Окончательное решение будет принято на ближайшем заседании городской думы. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.